привет, меня зовут Денис Шевченко, и добро пожаловать на канал уроков игры на гитаре «Первый лад». Сегодня у нас вечер акустического блюза, потому что вы сами меня просили разобрать песню «Baby Please Don't Go», и сегодня я делаю это. Если вы любитель блюза и другой хорошей музыки, то обязательно подписывайтесь на наш канал, также ставьте лайки и оставляйте комментарии, что бы вы хотели разобрать, ну или просто чтобы поблагодарить меня. Мне это тоже очень нравится. Эту песню кто только не исполнял, от Лайтин Хопкинса до Мадди Уотерса. Также эта песня очень известна благодаря дуэту Сони Терри и Брауни Маги. Все это я советую вам послушать, а также посмотреть интересные видео, где на Ютубе эту песню исполняет Мадди Уотерс со своей группой, и к ним присоединяется группа Rolling Stones. Это отличное видео. Я всем советую его посмотреть. Также у нас идет вовсю работа над сайтом, посвященным нашим онлайн-урокам. Еще немножко осталось, скоро мы это все презентуем. А теперь, внимание, как разбирать эту песню. Итак, эта песня у нас играется в тональности ми мажор. Поэтому, если вы хотите сыграть ее в другой тональности, вы можете спокойно использовать каподастр, так как в основе ее открытые аккорды. Аккордов в этой песне всего два. Первый аккорд — это аккорд ми7, второй аккорд си7. Аккорд ми7 ставится следующим образом: второй палец на второй лад пятой струны, третий палец на второй лад четвертой струны, указательный палец на первый лад третьей струны и мизинец на третий лад второй струны. Это аккорд ми7. Аккорд си7 ставится следующим образом: второй палец на второй лад пятой струны, первый палец на первый лад четвертой струны, третий палец на второй лад третьей струны и мизинец на второй лад первой струны. Вторая струна у нас открытая, шестая струна у нас не звучит. И это эти два аккорда. В основе этой аранжировки лежит принцип вопроса-ответа. Первое — это повторение вокальной линии мелодии в гитаре, и ответ в качестве вот этого прекрасного рифа. Давайте разберем сначала всю мелодию, а потом я покажу вам, как играть риф. Мелодия такая. Первая фраза. Итак, здесь у нас третий лад на первой струне вместе с бендом. Здесь у нас четвертоновый бенд. Опять открытая. И слайд от третьего лада до пятого по второй струне. Таким образом мы используем частый блюзовый прием. Одна и та же нота на разных струнах. И теперь нюанс. Все это мы играем вместе с басом. Басом ми. Бас у нас здесь приглушенный, кистью правой руки. Подробнее про бас вы можете посмотреть в роликах, которые называются «Основы фингерпикинга», если вы не знакомы с данными приемами игры. Итак, здесь мы играем это мизинцем. Первая нота, третий лад на первой струне у нас играется одновременно с басом. Вторая нота нет, третья опять да. И следующая нота тоже. Затем мы играем мизинцем. Этот слайд и опять нота. Нота в басу. Здесь довольно сложно это сыграть. В синкопе у нас идет слайд, а затем бас. Но я уверен, вы с этим справитесь. Затем этот риф, который я расскажу чуть-чуть позже. Вторая фраза. Она начинается абсолютно так же. Затем вместо слайда мы делаем также четвертоновый бенд по третьему ладу второй струны. Риф. Затем у вас также это начинается. Затем мелодия такая.
Третий лад второй струны открыто. Второй лад третьей струны. Затем второй лад третьей струны открытая. Второй лад. Затем открытая третья вместе с быстрым хаммером по первому ладу. И второй лад четвертой струны и открытая шестая. Еще раз. Итак, давайте я вам сыграю мелодию от начала до конца. Maybe please don't go. Там-пом, та-да-дам. Baby, please don't go. Тон-тон-та-да-дам. Здесь обратите внимание. Здесь мы ставим аккорд C7, о котором я вам уже говорил. Когда играем в синкопу первую ноту, а ля, вторую лад третьей струны. И здесь мы уже играем бас. Затем следующая фраза с басом. Обратите здесь внимание, что мы играем это вместе с басом Си. Второй лад пятой струны. Постук, поскольку вы поставили уже аккорд C7. Еще я раз сыграю все вместе с басом одновременно, пропуская риф. Там-пам-парарам. Там-там-тарадам. Самое время разобрать риф, которому мы отвечаем, и мы сейчас сделаем это. У нас также стоит аккорд ми. И мы большим пальцем играем по басовым трем струнам. Шестой, пятый, четвертый. А если вы задеваете остальные струны, ничего страшного, даже в чем-то и неплохо. Это придаст немного грязи вашему звучанию, что не есть плохо для стиля блюз. Затем мы играем третий лад шестой струны. Вы можете сыграть его слэпом, то есть оттянуть в противоположную от вас сторону струну и отпустить ее большим пальцем. Затем вы ставите ваш третий палец на второй лад, четвертый, третий, второй струны, фактически вы зажимаете аккорд ля мажор. И играете вот этими двумя пальцами вниз. По этим трем струнам. Но если вы заденете соседние, ничего страшного. Просто цельтесь именно в них. Потом убираете этот аккорд и указательным пальцем вверх играете опять уже по ми. И басовая нота последняя. Аккорд, третий лад, ля, вверх и бас. Возможно, теперь вы понимаете, откуда взялась тема Green Onion. Итак, еще кое-что по этому рифу.
А когда вы играете большим пальцем вниз, весь этот аккорд, он звучит у вас не открытый, а приглушенный. То есть вы его играете и сразу глушите правой рукой. Давайте теперь соединим все вопросы и ответы в качестве рифов целиком, и я сыграю вам это все вместе. Раз, два, три, четыре, раз. Так что вот, соединяйте, не торопясь, чтобы у вас все было выиграно, чтобы бас всегда у вас звучал четко, ровно четвертями, и будет вам счастье, и хороший звук, и хорошая песня. Итак, теперь у вас в руках еще одна вещь, которую вы можете удивить всех близких и своих друзей. Еще вы можете ее спеть и сыграть одновременно, чего я вам и советую. Пока, увидимся в других видео.